Санаторий Кирова в Ялте находится в живописном уголке Ялты, вдали от шума и суеты на территории реликтового парка, бывшей усадьбы князей Борятинских. Эта усадьба называлась Сель-Билляр, кипарисовая роща. Ее построил в конце XIX века знаменитый архитектор Николай Петрович Краснов, создатель большинства знаменитых крымских дворцов и царской резиденции Белого дворца в поселке Ливадия. Находясь на южном берегу Крыма, в Ялте, уже по месту своего расположения санаторий Кирова является климатическим курортом. Благоприятные климатические условия, мягкий климат южнобережья, морской ионизированный, насыщенный кислородом и фитонцидами воздух, море и собственный бассейн способствуют успешной профилактике и лечению многих болезней. Лечебная база санатория Кирова в Ялте представляет собой сочетание суперсовременных высокотехнологичных процедур, а также проверенного временем классического курортного лечения и диетического питания, что дает высокую эффективность восстановительной терапии, реабилитации, профилактики и, главное, позволяет уменьшить количество медикаментозных средств в лечении больных. Санаторий обладает также собственным современным консультативно-диагностическим центром, который находится в отдельном здании и осуществляет в полном объеме лабораторные, клинические, биохимические, бактериологические исследования. Проводятся функциональные исследования, УЗИ, реография, спирография. В этом центре работают такие специалисты, как рефлексотерапевт, стоматолог, кардиолог, физиотерапевт, отоларинголог. В КДЦ гости санатория Кирова и города Ялты, а также местные жители могут получить профессиональные консультации врачей-специалистов с рекомендациями по лечению и профилактике заболеваний. Лечебный центр санатория Кирова расположен в реконструированном лечебном корпусе. Здесь проводят консультацию квалифицированные специалисты – терапевт, кардиолог, невролог, бронхолог, аллерголог, иммунолог, стоматолог и другие. Лечебная база представлена отделениями высоких технологий. Это прежде всего огромный по составу и разнообразию СПА-процедур «Бальнеоцентр», открывшийся в 2016 году. Первая в Крыму радоновая лечебница, которая предлагает все виды лечения радоном. Водные ванны, воздушные радоновые ванны Реабокс, орошение, радоновая сауна, радоновый пароэманаторий, питье радоновой воды. Радон оказывает противовоспалительное, более утоляющее, успокаивающее действие, способствует снижению повышенного давления крови, нормализует деятельность нервной, эндокринной и иммунной систем. Радоновая вода способствует устранению спазмов сосудов, мускулатуры, стимулирует процессы регенерации. Радоновые процедуры назначают пациентам с гинекологическими проблемами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями дыхательной системы, нарушениями пищеварения. Воздушно-радоновые ванны обладают теми же полезными свойствами, что и водные радоновые ванны, однако легче переносятся ввиду отсутствия нагрузочного действия воды на сердце. Их применяют для реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда, операцию на сердце, имеющих другие тяжелые заболевания, при которых противопоказаны ванны с радоновыми водами. Радонотерапия эффективно лечит более 150 различных заболеваний. Применяемое по определенной четкой схеме, лечение радоном нормализует состав и функцию крови, выводит из организма вредный холестерин, помогает замедлить процессы старения клеток и тканей. Радонотерапия в настоящее время является эффективной альтернативой лечению нестероидными противовоспалительными препаратами. Лечебный СПА-комплекс санатория Кирова в Ялте широко представлен лечебными ваннами и душами. Водолечебница санатория Кирова предлагает более 26 видов ванн,
Кроме уже упомянутых радоновых ванн, применяются однокомпонентные и комплексные ванны с растительными экстрактами. Хвойные, шалфейные, лавандовые, с экстрактами кедра и розы, эвкалипта и бергамота, грейпфрукта, можжевельника, иланга-ланга и других. Минеральные ванны, скипидарные ванны, ванны с пирозонами, сероводородные ванны, гидромассажные жемчужные ванны, вихревые ванны для ног, скипидарные ванны по Залманову, ванны с бишофритом и солями Мертвого моря и многие другие. Бальнеоцентр санатория Кирова в Ялте располагает методикой и большим опытом проведения сероводородных ванн. Во время такой процедуры на тело воздействует свободный сероводород, концентрация которого определяет кислотно-щелочной баланс создаваемой среды и интенсивность оказываемого воздействия. Они применяются для лечения нервной, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой систем, а также ряда гинекологических, урологических и кожных заболеваний. Гидромассажное оборудование, представленное в водолечебнице санатория Кирова, дает возможность проводить такие популярные водные процедуры, как воздушно-пузырьковая или иначе называемая жемчужные ванны. И ножные вихревые ванны. В том случае, когда имеются противопоказания для общих ванн, которые, благодаря прекрасному сочетанию гидромассажа и теплового воздействия, улучшают кровоток в нижних конечностях. Санаторий Кирова в Ялте также оснащен классическим набором душей. Душ Шарко, циркулярный, восходящий, который может быть использован как комплексно, так и индивидуально и применяется в качестве медицинской процедуры. Наиболее часто его назначают в качестве курса лечения, профилактики, а также восстановления пациентов, имеющих или имевших различные заболевания. Но также широко используются души и для закаливания, нормализации веса, снятия усталости, напряжения при нарушениях сна с косметическими целями. Поэтому такие процедуры введены в стандартные СПА-программы санатория Кирова в Ялте, которые доступны не только проживающим в санатории, но и гостям и жителям города Ялты. Есть в СПА-комплексе санатория Кирова и очень популярная сегодня процедура – подводный душ-массаж, представляющий собой гибрид ванны и душевого массажа струей воды, подаваемой через шланг различными насадками. Но самой популярной новинкой сезона стала программа эффективного физиологического немедикаментозного оздоровления организма с помощью аппаратного комплекса подводной вакуумной терапии «Акваторнадо», которая представляет собой сочетание высокого давления вакуума и воды с возможностью поверхностных инъекций в водной среде, которая дает мощный эффект реконструкции структуры кожи, ее омоложения. Акваторнадо решает множество задач, помогает избавиться от лишнего веса и целлюлита, делает подтяжку кожи, производит очистку кожных покровов, устраняет отеки. Кроме наружного применения минеральных вод, бальнеоцентр предлагает лечебную питьевую терапию. Это питье радоновой и минеральной воды «Морщинская 6». Прием воды назначается врачом и требует неукоснительных следований правилам. Кроме минеральной и радоновой воды, в качестве лечения санаторий Кирова применяет и фитотерапию. Это фиточаи из целебных крымских трав. Успокоительный, сердечно-сосудистый, почечный, чай гепатобилярной системы, чай при заболевании бронхолегочной системы и другие. А также кислородные коктейли, которые активизируют моторные, ферментативные и секреторные функции желудочно-кишечного тракта, нормализуют микрофлору кишечника, а значит улучшают пищеварительный процесс, ускоряют расщепление полезных веществ. Одну порцию кислородного коктейля можно сравнить с хорошей прогулкой в лесу. Наряду с водными ваннами в санатории Кирова применяют сухие и паровые ванны.
Во время сухих углекислых ванн только голова пациента остается снаружи. Тело же помещено в пакет, куда подается подогретый и увлажненный углекислый газ. Продолжительность процедуры 20 минут. В результате происходит расширение всех сосудов, последовательное улучшение кровоснабжения всего организма, ускоряется метаболизм, выведение вредных веществ из тела и общее переокисление. Во время проведения парауглекислых ванн тело пациента до уровня шеи помещается в специальную закрытую ванну, наполненную углекислым газом. Параоглекислая ванна считается одним из лучших методов физиотерапии для стимуляции кровообращения. Данная процедура показана в реабилитационный период людям, перенесшим инфаркт миокарда, и тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Одной из уникальных процедур бальнеоцентра является пантотерапия. Комплексный метод воздействия на организм человека травяным паром из сборов лекарственных трав, пантов моралла, алтайского оленя, в сочетании с применением оздоравливающего фиточая. В основе этой процедуры лежат целебные свойства пантов мораллов, лечебная сила которых известна человечеству с древности. В результате пантотерапии организм человека очищается на клеточном уровне, улучшается работа всех систем и органов, нормализуются обменные процессы, восстанавливаются физические и душевные силы, повышается иммунитет и выносливость. В санатории Кирова пантотерапия представлена следующими процедурами, которые производятся по этапу. Первое. Фитоподготовка. Пребывание в кедровой емкости, кедровой бочке, с набором алтайских целебных трав. Это уникальный метод воздействия на организм человека травяным паром из сборов лекарственных трав, пантов морала. Кедровая бочка улучшает кровообращение, полезна при хронических простудах и стрессах, укрепляет иммунитет, помогает похудеть. Процедура занимает 15 минут. Вторая. Принятие пантовой ванны. Это бальнеологическая процедура с мощным восстановительным эффектом. Во время приема такой ванны в организм проникают все вещества, успевшие накопиться в молодых рогах моралла. Длительность процедуры 15 минут. Третье. Прием чаев из алтайских трав. Полезные свойства чая обусловлены его составом, представляющий собой более чем сложную, тщательно продуманную композицию трав. Курс пантотерапии состоит из 10 процедур. Время проведения процедуры обычно составляет 10-25 минут. Активно применяется в санатории Кирова и грязелечение. Прежде всего, это известные всему миру сакские грязи в виде пилоидов и аппликаций, а также парафина азотокеретолечения. Высокотехнологичные процедуры предлагают и другие отделения лечебного центра. Физиотерапевтическое отделение – это прикладная физиотерапия в виде электрофорезов, токов высокой и низкой частоты, ультразвук, дарсонваль, магнитотерапия, прессотерапия, отделение озонотерапии и лазеротерапии. Озонотерапия многопрофильного уровня – это применение озонокислородной смеси, обладающей мощным лечебным действием благодаря свойствам озона. В отделении применяется введение внутривенного озонированного раствора. Лазерная терапия – воздействие на тело пациента концентрированным пучком света. В отделении лазерной терапии проводят надвенное лазерное облучение крови, внутривенное лазерное облучение крови
используют лазерный шлем Коробова, лазерный воротничок и лазерную матрицу. Бронхолегочное отделение представлено ингаляторием, оборудованным аппаратурой для высокодисперсионных дыхательных смесей, бронхолитиками, отхаркивающими, антибактериальными, противовоспалительными и соляной комнатой, где проводятся процедуры галотерапии. Галотерапия – это популярное немедикаментозное лечение. Заключается прежде всего в очищении органов дыхательной системы. Нахождение в соляной камере способствует насыщению клеток полезными ионами. Тем самым восстанавливается функция легких, а микрофлора дыхательных путей очищается от пыли и вредных бактерий. В спелеокамере пространство покрыто пластинами спрессованной соли. Благодаря современным системам вентиляции имеется возможность воссоздать правильную циркуляцию воздуха. Терапия в таких комнатах невозможна без применения специального оборудования. Во время сеанса включается спокойная музыка, которая способствует релаксации всего организма. Воздух в соляных комнатах в 10 раз чище уличного. Это заслуга кристальной каменной соли. Отрицательно заряженные ионы, находящиеся в воздухе, помогают улучшить общее состояние организма. Используются при лечении огромного количества заболеваний. Эффективны соляные пещеры и для детей, часто подвергающихся простудным заболеваниям. Они способствуют укреплению иммунной системы как у детей, так и у взрослых. Санаторий Кирова в Ялте – это санаторий многопрофильного назначения. Лечение в санатории Кирова проходит с учетом индивидуальных особенностей здоровья каждого гостя. В то же время разработаны стандартные курсы лечения для гостей санатория, а также 17 лечебных программ амбулаторного лечения для жителей и гостей Ялты. Диагностическая и лечебная база санатория Кирова в Ялте – наличие квалифицированного медицинского персонала. Качественные, высокопрофессиональные услуги – это составляющие репутации, которую санаторий завоевывал годами. Поэтому не только гости, приезжающие в санаторий на отдых и лечение, но и жители Ялты регулярно обращаются за высокотехнологичной медицинской помощью. Наш санаторий открыт для всех. Приглашаем вас к нам на отдых и лечение.